Здравствуйте, в эфире итоговая программа новости РЕН-ТВ Саратов. Сегодня вы узнаете о том, кто такие каюры, проводятся ли в нашем регионе гонки на собачьих упряжках. И, наконец, где же в Саратовской области находится питомник сибирских хаски, который можно не только посетить, но и стать частью команды любителей животных. У нас в гостях неоднократный участник экспедиции, создатель питомника Dog Winter Анатолий Галактионов. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Анатолий Галактионов родился на Южном Урале в городе Оренбург. Стаж работы с собаками 25 лет. Работа с ездовыми породами 4 года. Участник экспедиции на собачьих упряжках. Призер международной гонки «Северная надежда» 2015. Владелец питомника «Dog Winter». Анатолий, расскажите, с чего началась ваша любовь к четвероногим питомцам? И помните ли вы своего первого? Как эта страсть переросла впоследствии в создание питомника? Ну, впервые я обратил внимание на братьев наших меньших, еще будучи учеником 7 класса. Вот, и с того периода времени я, в общем-то, постоянно находился рядом с собаками в той или иной степени. И в дальнейшем моя служебная деятельность, служба в правоохранительных органах всегда была связана с собаками. Ну, общий стаж, наверное, у меня, если быть точным, 25-26 лет. Идея создания питомника возникла 2 года назад в одной экспедиции на собачьих упряжках, где мы принимали участие, «Волга-квест». И, собственно говоря, когда у нас уже на тот момент было около 12 собак, мы решили, что пора уже как-то выходить на более серьезный уровень. Вот. И можно сказать, что создали структуру, почву для того, чтобы вот питомник стал питомником, а Dog Winter стал Dog Winter'ом. Вот. И с того времени мы, в общем-то, очень хорошо развиваемся. До сих пор у нас такой идет широкий спектр вопросов, задач, которые мы решаем вполне успешно. Очень много планов, очень много идей, в том числе по воспитанию подростков, молодежи. У нас очень много интересных программ для детей и подростков. Поэтому мы в этом плане будем двигаться, в общем-то, планомерно, настойчиво и верно. Анатолий, а почему именно сибирские хаски? Расскажите немного о породе, о характере собак. Это собаки, которые видят смысл своей жизни в работе, в движении. Соответственно, у этих собак, можно сказать, что все работает по-другому. Они по-другому решают задачи. Они очень хорошо и быстро срабатываются в команду. Недаром эти собаки считаются в ездовом спорте очень перспективными для этого. Вот эти собаки очень хорошо умеют добывать себе еду. Сами? Сами, самостоятельно. Они отличаются от всех остальных в первую очередь своей, наверное, независимостью и самостоятельностью. Потому что если мы, допустим, возьмем на опушке леса, высадим, десантируем там 10 там, собак разных пород, вот, то через какое-то время эти собаки передерутся и разбегутся в разные стороны. Каждая собака будет искать себе пропитание самостоятельно. Если мы высадим 10 хаски, то они очень быстро решат свои вопросы внутренние, кто есть кто, и пойдут командой добывать себе еду. То есть эти собаки очень быстро срабатываются, создают себе стаи. Вот на этом, в общем-то, мы и строим всю свою работу практически с этими собаками, потому что вот это вот желание быть в коллективе, вот эта вот коллективность, она очень важна в спорте. А если мы говорим о дружелюбности этой породы, как они реагируют на детей, на женщин, на мужчин? Ну, лучше нянек, я думаю, что сложно придумать, потому что у этой породы агрессия отсутствует, в общем-то, на генном уровне. То есть это не процесс воспитания собаки, а это такая собака изначально.
Ну а если говорить об охране дома, об охране самого хозяина, эта собака может себя проявить именно в этом? В этом собака себя может проявить очень ярко, очень, скажем так, творчески, вот, потому что если вор придет, то эта собака нарисует карту, как вынести, и еще поможет сумки до двери донести. Вот, поэтому нет, эти собаки, конечно, не приспособлены для охраны дома, потому что с учетом того, что нет агрессии, что эти собаки коллективисты, вот, ну, говорить об охранных качествах нельзя. Анатолий, сейчас участились случаи, связанные именно с агрессией собак. Я не говорю о породе сибирские хаски. Как вы думаете, как можно ответить на такой извечный вопрос, почему же собака бывает кусачей? Собака бывает кусачей, как в песне, от жизни собачьей. В первую очередь виноват человек. Виноват воспитание. Человек, да, во-первых, воспитание. Это еще и отбор. Это работа с породой. Это целые программы по воспитанию детей, молодежи в области собаководства. Это, собственно говоря, структура, создание структуры и почвы для того, чтобы владельцы собак могли спокойно, творчески подходить к этому вопросу и решать эти проблемы. Этой почвы пока еще нет у нас, к сожалению, к большому. И любое проявление агрессии собака – это, в общем-то, следствие, опять же, ненадлежащего исполнения обязанностей как владельца, как заводчика и так далее, и как дрессировщика. То есть это никак не связано с корнями породы, с историей? Психику собак отбирает заводчик, корректирует ее владелец вместе с дрессировщиком. Это целая структура, поэтому говорить о том, что виновата собака, нет. Если заводчик ненадлежащим образом исполняет свои обязанности и не пытается нести ответственность и относиться серьезно к этому делу, он, естественно, животные, которые, в общем-то, по своим качествам не должны использоваться в разведении, они очень быстро пускаются в разведение и так далее. Очень много вопросов. Вернемся к породе именно сибирские хаски. Расскажите, как должен выглядеть человек, как выглядит человек, который решил завести себе питомца именно этой породы? Хороший вопрос. Как выглядит человек? Он, как минимум, не боится морозов. Он готов в любое время дня и ночи соскочить, схватить рюкзак, палатку, спальник и помчаться в снег. Он очень активный по жизни, он занимается спортом, он ведет активный образ жизни не просто в виде утренних пробежек, вот, но участвует в разных там, походах, куда-то постоянно ездит. Человек, который познает мир, который не замыкается в рамках там, своей квартиры, своего двора. Вернемся к разговору о вашем питомнике. Расскажите, где он находится, как много там у вас сейчас собак, и может ли обычный житель нашего города, или не только нашего, посетить ваш питомник? Мы находимся в деревне Сосновка Саратовского района. Это где-то около 50 километров отсюда. Вот. Приехать к нам можно, потому что вообще у нас с того года уже работает очень много программ для детей самых разных возрастов, для активной молодежи, для семей. Это экскурсии, это спортивно-туристические программы, как, например, там, вот в том году была очень популярная программа «Доктрекинг». Это туристические маршруты, это зимние, это летние. Вообще, по большей части мы ориентируемся все-таки на семьи, потому что, когда к нам приезжают семьи, ребенок очень быстро, быстрее и легче познает какие-то правила поведения с собачками, общения с ними. Он ему комфортнее, потому что рядом не только там дядя или тетя, да, которые собак этих знают, но еще и папа с мамой, которые всегда поддержат, помогут или подскажут. Вот, поэтому мы очень много времени уделяем и
очень ответственно относимся к тому, как приезжают к нам люди, что они там у нас делают, чем они занимаются, и как сделать так, чтобы детям было очень интересно. Ну, мы, в общем-то, справляемся, и более того, у нас уже с этого года мы переходим на другой режим работы, потому что благодаря все-таки нашим усилиям и такой неоценимой помощи администрации Саратовского района, нам все-таки выделили землю для того, чтобы мы там могли делать вот то, что мы хотим сделать. Это такая стандартная хаски-ферма, как в Финляндии, как на Аляске, такой вот питомник. Анатолий, а какие ближайшие мероприятия планируются в вашем питомнике, которые стоит посетить всем жителям нашего города? Вот 24 и 25 октября у нас будет проводиться гонка на ездовых собачках «Драйланд. Золотая гора 2015». Что это за мероприятие? Это в первую очередь спортивное мероприятие и событийное. Такого уровня соревнований еще не было. Очень много иногородних спортсменов уже заявились к нам на гонку. Вот, очень представительная команда будет из Москвы, представительная команда будет из Пензы, из Тольятти, из Волгограда. В общем-то, география очень широкая. Вот, и я очень надеюсь, что много спортсменов, саратовцев поддержат наш город на этой гонке. Вот, и самое главное, все-таки вот 20-25 числа, 25-го у нас будет очень интересная программа фестивальная для гостей, для посетителей, для зрителей. Мы даже сейчас вот ведем переговоры с организацией о том, чтобы в рамках гонки приняли участие с нашими собачками особенные детишки. Я считаю, что мы все-таки, делая спортивные мероприятия, мы должны что-то для них тоже сделать. Вот. И вот сейчас пока, вот на сегодняшний день, да, ну, велика вероятность, что все-таки мы отдельный такой старт, отдельный класс для детишек таких сделаем. Анатолий, вы, как уже упоминали раньше, являетесь участником экспедиции на собачьих упряжках. Расскажите, как часто вообще в России у нас проводятся и посещаете ли вы международные такие соревнования? Ну, экспедиции на самом деле проводятся регулярно. Их, конечно, не так много, потому что ездовой спорт и ездовые собаки, на самом деле, это очень дорогое удовольствие. Это очень дорого, это очень тяжело и сложно. И надо невозможно относиться к этому как к какому-то хобби или увлечению. Либо ты вкладываешь всего себя, либо ты этим вообще не занимаешься. Вот. Ну, 2 года подряд вот мы принимали участие в известном проекте. В 2013 году мы прошли 250 километров вокруг Самарской Луки в составе 11 упряжек. Упряжки были все сборные со всей России практически. Вот. В прошлом году нам удалось дебютировать в международной гонке на собачьих упряжках «Северная одежда 2015». Впервые мы представляли город Саратов и вообще Саратовскую область на этой гонке, потому что с ее 9-летней историей еще ни одного участника от Саратова не было. Вот, гонка на 300 километров, вот, и в классе упряжки 6 собак мы, в общем-то, заняли 3-е место. Анатолий, а какие требования к каюрам, которые управляют собачьей упряжкой? Может ли новичок, который в этом деле, ну, скажем так, не разбирается, встать и вести команду из собак к победе, к финишной прямой? На самом деле это сложно. Сложно вот так с бухты-барахты встать и уже научиться управлять. На самом деле должна быть очень серьезная практика, потому что управлять упряжкой очень сложно. Нужно как минимум очень хорошо ладить с теми собаками, с помощью которых ты будешь упряжкой управлять. Это как минимум. Плюс техника, плюс психологическая подготовка гонщика. Потому что если мы говорим о средних дистанциях, то ну, это от 20 до 100 километров в день. Вот, то это нужно обладать достаточно
сильными волевыми качествами, потому что гонщик находится один в одиночку в любую погоду, в любой мороз, с шестью собаками или с восьмью, собственно говоря, там несколько часов. Там, вот на гонке «Северной надежды» нам удалось пробыть около 8 часов в условиях ночи с налобным фонарем, вот, и работать в одиночку. Это очень серьезно. Причем ты этот маршрут не знаешь, ты никогда там не был. Вот. Поэтому должна быть психологическая подготовка. И человек, который очень легко возбудим, очень легко выходит из себя, несдержанный человек, ему очень сложно будет работать, если вообще возможно. Потому что это должна быть очень хорошая выдержка на какие-то сложности, на решение каких-то проблем, потому что нет ни друга, нет ни помощника, нет никого, кто тебе там поддержит, подкрутит, подремонтирует или еще что-то сделает. На трассе может случиться все, что угодно. То есть нету людей, которые сопровождают отдельно на снегоходах? Обеспечение, да, обеспечение безопасности есть, конечно, но гонщику помогать никто не будет. Анатолий, вернемся к вашему питомнику. Расскажите, сколько у вас сейчас насчитывается там собак? На сегодня у нас 30 собак. 30 собак и питомник, в общем-то, коли у нас является все-таки рабочим, да, у нас есть некоторое разделение. Собаки, которые участвуют в разведении, в выставках, вот, и собаки, которые участвуют в проектах туристических и гонках. Вот. Ну и, собственно говоря, там каждая собачка у нас выполняет определенную работу, занимает определенное место в упряжке, определенное место в команде. И, собственно говоря, мы не можем там собак как колоду карт, как домино менять, да, потому что это очень серьезная работа, настройка. Это вот, знаете, как есть собаки, которые очень любят просто быстро бегать. Есть собаки, которые любят за собой кого-то вести. Есть собаки, которые очень сильные, которые любят силовую работу. И мы по способностям собачки определяем место. Спасибо большое, Анатолий. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что у нас в гостях был неоднократный участник экспедиции, создатель питомника Dog Winter Анатолий Галактионов. Всего доброго.